Ребят, всем привет! В связи с последними событиями у нас, значит, в игре Days делаю объявление, значит, сбор всех соклановцев. Посмотреть, сколько у нас ресурсов залутаться, и надо попробовать рейдануть в Кабанина клан ОПГ. Ну а что было сделано за последнее время? Значит, построена база наша основная, откуда мы будем бегать на военку и крушить ОПГ. Значит, наша цель — одновременно бойцы нашего клана присутствуют на сервере в количестве 50%, то есть 30 человек. Мы все вооружаемся и выдвигаемся в вооруженную осаду Кабановки, где, по предварительным разведданным, находится вражеский лагерь клана ОПГ. После захвата мы его взламываем, разоружаем всех выживших, добиваем, пленных наберем и объявляем на сервере 1 то, что теперь главное здесь клан КГБ. Значит, в отсутствие меня замком взвода Гаста Комар. Вот. Так что, ребята, вот так вот. Построена база хорошая. Есть палатки, но надо еще доделать. Так что заходите.